дочь это было, да? Собиралась полетать, и никак не получалось. Молодец. Такой полет я убивал, я делал истории. И сейчас просто экспромтом вот так. Ну это боженька ведет. Это лучше всего таких историй, да, когда экспромтом. Да, когда да. Не экспромтом, начинается фигня какая-то. Да, это точно. Он я в платье ехала. Там думаю, нет. Орел пока. Вот так повернуть, да? Да. Давай я тебя сейчас поснимаю. Дай-ка мне в левую ручку. Вот так сделаю. Просто как-то свободнее. Никто
сейчас Випассана у нас уже в России, в Москве, в Подмосковье проводят. Под Питером тоже. Ты сейчас набрались всего, ты же понимаешь, что это хорошо, если правильно делают. Ну нет, там профессионалы, там официально записываешься, все. Они запись открывают там по каким-то определенным дням, в 7 часов утра, и быстро закрывается запись, лишь бы успеть. Значит, два слова. Ага. Немножко скажу вверх, поднимешь вверх, вот так, повыше. Просто вот так, да? Вот это твоя позиция. Просто становись на ножки, становись на ножки, понимаешь? Это важно. А потом бежать надо или? Нет, пару шагов максимум. Еще и назад нужно будет идти, потому что кубок будет ложиться назад. Хорошо. То есть стань нормально по-человечески. Если я скажу стань нормально. То значит стань. Да, то стань. Если я скажу стань, сиди себе, господи, ножки вверх и сидел. Хорошо. Что ты думаешь, короче? Сейчас много туристов? Ну не очень много. Сейчас как бы уже off-season. Ну вообще как бы. Ну, наверное, поменьше, потому что сообщения нет, да, авиа? Еще же не открыли. Вообще прямых рейсов. По-моему, не открыли. Я не знаю. Хрен его знает.